Я як истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель. Но тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В этом бою мною юнкер сбит, я сделал с ним, что хотел. А тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел. Я в прошлом бою на вылет прошит, меня механик заштопал. А тот, который во мне сидит, опять заставляет штопор. Из бомбардировщика бомба несет смерть аэродрому, а кажется, стабилизатор поет мир вашему дому. Вот сзади заходит ко мне мистер Шмидт. Уйду, я устал от ран. Но тот, который во мне сидит, я вижу, решил на таран. Что делает он? Вот сейчас будет взрыв, но мне не гореть на песке. Запреты и скорости все перекрыв, я выхожу из пике. Я главный, а сзади, ну чтоб я сгорел. Где же он мой ведомый? Вот он задымился, кивнул и запел «Мир вашему дому!» И тот, который в моем черепке остался один и влип, меня в заблуждение он ввел и в пике прямо из мертвой петли. Он рвет на себя и нагрузки вдвойне. Эх, кто же мне летчика? И снова приходится слушаться мне, но это в последний раз. Я больше не буду покорным, клянусь. Уж лучше лежать на земле. Ну что ж он не слышит, как бесится пульс. Бензин моя кровь на нуле. Терпенью машины бывает предел, и время его истекло. И тот, который во мне сидел, вдруг ткнулся лицом в стекло. Убит он, я счастлив, лечу налегке, последние силы жгу. Но что это, что? Я в глубоком пике и выйти никак не могу. Досадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому. Выходит, я напоследок спел «Мир вашему дому, мир вашему дому».